Привет всем искателям интересного! А вы задумывались, почему зимой глаза не замерзают? Ведь в них очень много жидкости. Зимой, на морозе, особенно сильном, вода очень быстро и неизбежно превращается в лед. Понятное дело, физика. Но с нашими глазами, которые на 98% состоят именно из воды и постоянно увлажняются, подобного не происходит. Даже в сильный мороз вы будете моргать, плакать, но глаза не покроются льдом. Природа, как всегда, позаботилась о главном из наших органов чувств – зрении. Очень и очень хорошо. Ведь 85% информации об окружающем мире человек получает именно с помощью глаз. Поэтому и защищены они должным образом. От механических и химических воздействий глаза прикрыты костями черепа, веками и ресницами. Жидкость же, увлажняющая внешнюю часть глаза, не чистая вода. Это слеза, содержащая достаточный процент солей, чтобы не замерзнуть при температуре до минус 35 градусов. Также 98% объема глаза – это так называемое стекловидное тело, химический состав жидкости, который защищает его от замерзания. Вокруг же глазного яблока присутствует обширная сеть кровеносных сосудов, питающих их, если надо, согревающих их. Поэтому, если глаз сталкивается с низкими температурами, кровоток в сосудах увеличивается, и это не позволяет жидкости в глазах замерзнуть. Естественно, что если температура вокруг упадет до минус 60 градусов и начнется снежная буря, то защитные средства организма не спасут глаза от замерзания. Но по логике природы нам и незачем выжить при таких суровых условиях, ведь есть места и потеплее. Ну а теперь задумывайтесь, как выживают люди при таких больших морозах в отдаленных местах, как Якутия или Антарктида, где чаще всего мороз достигает критических отметок, иногда больше 60. Если вам понравилось это видео, не забудьте отметить лайком, а также можете подписаться на канал и поставить уведомление, чтобы вы были в курсе о выходе нового видео. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь. Пока!